Ага, ага. Работает, ля, прикиньте. Прикиньте. Только у меня, знаете, что еще? Не ебать громко, а что так? Вот так. А меня что интересует? А меня что интересует? А микрофон точно так же звучит? Или он звучит не точно так же? Привет. Привет, ребята, здорово. Здорово, Питон, привет. И до, и после старта, самый первый. Здорово, Silence, приветики. Кошка ходит и гладит меня хвостом по ногам. Пускай так будет. Здорово. Пришел с проверкой. А что проверяешь? А что проверяешь? Зарядку? Я заряжена. Я на самом деле разряжена полностью, потому что я только что вернулась с занятия с пилона, и мне хочется сдохнуть. Мне все еще хотелось сдохнуть после этого. Как его зовут? После гамаков. А сейчас мне просто хочется лечь и перестать существовать как личность, и просто смотреть какие-нибудь фильмецы или сериальчики, или залипать в Overwatch. Но надо идти. И делать вещи. Вот, здорово. Привет, Мариарти, приветики. Здорово, Фриз, Кадайр. Глупый Кадайр тут. Ну ты сам себе, ты ж клоун, Кадайр. В смысле глупый Кадайр? Ты не глупый, ты клоун. Алло. Мы же уже давно порешали этот вопрос. Порешали все вопросики, нет разве? Здорово, как у вас день? У меня денёк... Блять, мне сегодня целый день... Здорово, Найт Максис, привет. Мне сегодня целый день кажется, что сегодня среда, и я каждый раз... И я весь рабочий день такая, бля, мне надо скоро ехать к терапевтке. Мне надо скоро ехать к терапевтке. Нихера не надо, потому что сегодня вторник. У меня еще сутки до терапевтки. Короче, ой, короче, полная жесть, если честно. Полная жесть. Здорово, Someone Else, приветики. Я буду сегодня зевать целый день. Целый день, понял, да? Целую ночь буду зевать. Просто потому, что могу, понимаете? Просто потому, что я в состоянии это делать. И я буду продолжать это делать. А еще у меня есть тыковки, смотрите, две тыквы. Смотрите, какие они маленькие. Смотрите, какие они крохи. Смотрите, какие они булочки сладкие. Какие очаровательные, очаровательные тыковки. Лучшайшие просто. А еще игру, в которую мы будем сегодня играть, Midnight Ghost Hunt, что ли, называется. Я ее сегодня купила перед в конце рабочего дня. Я переключилась на полчасика. Ну, здорово, ракушка! Забулил меня. Ой, а чё игр за 16-й год... за 16-й год? За 22-й год, оно неправильно, неправильный шрифт у него. Ну, в жопу. Генерал, здорово, приветики. Чё я говорила? Мерцает. Короче, вайп винды, кстати, помог, держу в курсе. Гамадрил, приветики. Здорово, добрый вечерочек. Всем рассказывайте, как денёк ваш. Купила, короче, должна была купить игру, и такая переключаюсь на свой компьютер. Иду, покупаю игру, запускаю. Играю, блядь, что-то, по-моему, в трейлере другое было, что-то непонятно. А где обучение? Там ребята говорили, минут на 15 обучения. А еще что-то вообще, у нас вид сверху у нее. И там какое-то что-то про призраков, вообще ничего нет. А потом я смотрю название игры, а я купила Midnight Fight Express, а не Midnight Ghost Hunt. Я такая, блядь, да что за говно? Короче, зарефандила игру и купила нужную. Здорово, Битрейд, привет. Привет, пирожочек сладкий, здравствуй, как ты? Здорово. Короче, купила не ту игру, в общем. И, конечно, Midnight Fight Express тоже классная, тоже ее хотела, но 300 гривен — это 300 гривен, так сказать, поэтому я ее пока что рефанула. Играть будем как-нибудь потом, когда-нибудь, когда мы про нее вспомним лет через 10. Такие, а, бля, подождите, там такая игра была классная. А что я сижу не буллиная? В смысле не буллиная? Меня только что на занятии тренер буллила. Алло, я отбуллиная уже. Полноценно, потому что там такое сам. Ты. Бля, мне, я не знаю, хуй знает, мне не зашло. Когда я булишь, он когда он рефандит. Я булю, когда он рефандит. Не, когда я булю просто потому, что я люблю булить Кадайра, а не потому, что он рефандит. Мне, короче, не понравилось сегодняшнее занятие и сегодняшняя преподавательница, потому что тренерша, потому что она какая-то. Ну, типа, ты приходишь в первый раз. В принципе,
Это по пилону. А где оповещение? Блять. Да какого хуя ты не работаешь? На улыбку красивой женщине Фрайсас. Спасибо. Моя ж ты сладкая. Спасибо тебе, Мариарти. Спасибо за 500. Спасибо огромное. На улыбку. Вот моя улыбка. Спасибо огромное. Здорово. Здорово. Здорово, Кенджа. Привет. Спасибо, Мариарти, огромное. Я каждый раз забываю обновить эту херню и, короче, каждый раз в говно. Да, это занятие по пилону было. Это занятие по пилону было. Здорово, Вольт. Здорово, Вольт. Привет. Давай, давай, моя хорошая, хороших делов тебе. Хватит моргать так часто. Хороших делов тебе. Занятие по пилону было, и вроде классно, прикольно. Там было 6 девочек, 4 уже занимающиеся, дохера умеющие. Я новенькая, совсем без опыта. Еще одна девочка, которая давно занималась, но у нее типа длительный перерыв был. И как бы и мы такие с новенькой, типа пук-пук, а можно нам чуть внимания уделить? Плюс тренерша такая, она: «Чё вы падаете?» Там одна девочка делала какой-то элемент, и, ну, она не упала, а она не соскользнула с пилона тихонечко, она просто спрыгнула с него, по сути. И, по-моему, ударила, что ли, тренершу. Ой, там такая драма началась, что просто жесть, если честно. Короче, я хер знает, я не очень люблю таких преподавателей тренеров, которые вот это, знаете, нахрапом, быстро-быстро-быстро все. Потому что я пришла, и у тебя типа, ну все, давайте, вот здесь быстренько вот это, быстро вот это, толком не разогрелись, и типа не... Ну, короче, я такой, блядь, я такой не люблю. Вот, поэтому хуй знает, короче. Хуй знает. Не умею нормально заходить на стрим, только с фанаф... Ну, фанфары вот. Emotional damage! Вот это вот. А пилон — это шест, Кадайр. Чё там, когда щупальца в процессе, Тавос, в процессе? Нафига мне игра, которая у меня есть? А я иногда покупаю игры, которые беру в Epic Store. Потому что она, типа, классная игра. Вот. Будем охотиться, да, да, здорово, Михаэль, привет. Наигрался в Divinity. Потом наигрался в настольный теннис, выиграл. 20! Ебать, у тебя все еще остаются друзья? Потому что если бы меня столько выигрывали в настольный теннис и в баскетбол, я бы с тобой дружить перестала, мне кажется. Ты поддаваться-то можешь, Аквакодер? Здорово, привет. Ну вот да, я же типа не для спортивных каких-то достижений. Ну, я хуй знает, я хуй знает. Я хочу попробовать в четверг сходить в другое время, потому что там есть занятие еще на 8 вечера, и там вроде другой тренер. Другая тренерша. Я хочу посмотреть, как будет, но я точно буду ходить на гамаки, потому что гамаки супер классные. Мне очень нравится. И тренерша мне там очень нравится, она кайфовая и прям моя полностью. Вот, а здесь что-то посмотрим, я хуй знает. Я хуй знает. У меня, конечно, получалось, было классно, здорово, но я что-то хуй знает, если честно. Прям не ебу. Вот. Так что да, там Виталий Пилон, да. Но тебя натирать я не буду, Питон, потому что Виталий Пилон. У меня руки не такие длинные. Вот, там есть другая тренерша, она на 8 вечера, поэтому пробую туда сходить и посмотрим, что будет. Ну, если нет, просто останусь на гамаках и все. Мне, в принципе, будет хватать. Единственное, что получится одно занятие в неделю, маловато. Мне хотелось на два, но, может, я буду там с работы сбегать на часик. Правда, у нас валидация скоро. Ой. Блять, кошки, а можно съебнуть, пожалуйста? Вы заебете. Им внимания не хватает, а они сидят у меня под ногами. Литушка, здорово. Привет. Валидация не вечная, она на недельку всего, но... Ну, типа, короче, может, буду на часик сбегать, потому что у меня, опять же, студия рядом, 5 минут до нее идти. Может, буду на часик сбегать быстренько. Ой, просить подстраховать. Господи, всраться и не жить. Он подгорел немного, причина была на... А, ты фартовый. А это тот же друг, с которым ты в баскетбол играешь, или другой? Или у тебя много друзей? Могу пересказать, как я сегодня шаверму купил после работы. Как? Тот же. Тогда не удивлена. Тогда я не удивлена. Валидация чего? Игры. Валидация игры. Я ж тостер, Тавос. Тостеры валидируют.
Иногда. Когда возник... Блядь, чай, подождите, я еще пересяду. Призываем дельфинчиков. Сотня! Спасибо за сотню. Спасибо огромное. Спасибо большое. Тостеры еще и жарят, тебе кажется. Мне вот эту нежную кожу на внутренней части бедра, которая рядом с промежностью, мне очень хочется, знаете, так поддеть и снять, потому что она так болит. Просто пёзнешься, если честно. Иногда, может, рабочее время, в плане, что без травм. Сейчас я пересяду, простите, я пересяду. Блять. Пизда. У меня-то есть прекрасный синяк, видите? А, это от моей массажистки. С одной бутылки на другую, да. Тебе что, за 30? Не, тебе кажется. Мне совершенно не за 30. Тебе кажется. Уже выше колена. Не, ну тут выше колена я давно показывала уже. Тут я супер давно показывала выше колена. Сейчас, секунду. Может, есть что-нибудь, чтобы не так больно? А мне в любом случае будет больно сидеть. У меня болят все мышцы, Кенджи. Я только-только вернулась с занятия. У меня болят ладони. У меня болит... все, блядь. У меня руки болят. У меня ноги болят. У меня бедра болят. У меня пресс болит. Спина болит. У меня болит все. И оно болит еще с прошедшей субботы, потому что я ходила на гамаки. А сегодня я сходила на пилон, и оно у меня болит еще дополнительно от пилона. Потому что... Минут через 20 после того, как ты там вот это вот... синяки, будут синяки, там похуй вообще на самом деле. Синяки у тебя 100%, потому что ты кожей цепляешься за пилон, и ты держишься, по сути, голой кожей. И все, у тебя другого варианта нет. У меня просто аквакодер еще с субботы. Все болит. И сейчас я еще добавила сверху. Маскарад, здорово. В основном крипуха обычно. Ну вот у меня суббота сегодня, третий день, как крипатурка. И сегодня... Ну, может быть, завтра попроще будет. Знаете, клин-клином. Чем занимаешься помимо стримов? Учишься, работаешь, новенький? Я работаю. У меня работа 5 дней в неделю, 8 часов в сутки. Классическая, стандартная. Работаю из дома, тестирую видеоигры. Вот. Такие дела. Ну и еще всякими разными штуками увлекаюсь. Разные хобби у меня есть, знаете. Недавно снова читать начала, например. Вот. Меня булят теперь в диске. А что случилось? Так это же хорошо. Это приятно. Я люблю, когда болят мышцы. Я крипатуру люблю. Тоже тестирую в виде игр. Не тестируешь КДР. То есть вообще... Понятия не имеешь ничего про тестирование, поверь. Пилон — особое издевательство. Да, пилон — это особое издевательство для рук. Тебе хват нужен совершенно жесткий. Потому что, ну, под конец я поняла, что я могу все сделать. Ну, типа, я могу сделать элемент, который мне показывают, но у меня просто рука... Поняли, да? Она разжимается, и я скатываюсь вниз. Кокосик, здорово. Привет, Коко, здравствуй. Прикольные волосы, спасибо большое. Спасибо. Тут плоховато видно, у меня сбриты... Виски и затылок. Бока и затылок. Спасибо большое. Очень приятно. Правда, все отрастает уже. Запустил, поиграл. Адхок тест, понимаю. Не нравятся фоточки. Все равно кидай. Ты и я, бесплатный альфа. Альфонсо тестеры. Музыку ты не послушала, что... Не, пока что не. И в чем я не прав? Стим. Распродажа началась? Блять, а если Стим лег? А можно он встанет? Стим — это плохо, когда член падает и Стим падает.
Вот это два плохих падения, ребята. Не рекомендую. Странные люди создания платят деньги, где их заставляют делать рабские упражнения, а потом еще рады, что им больно. Понимаешь, некоторые... Ну да, да. Некоторые люди платят за то, чтобы им было больно. Ну ты такой кайф получаешь. А, мне еще приходили тестеры. Помните, которая рассказывала... Заказывала. Рассказывала, что заказывала. Короче, понаприходила прорва всего. На самом деле, тут просто охуеешь. Ну как прорва всего? Их 10, как логично и было. Старина Дэн, здоровушки. Привет, привет. Хороший тестер, квадратная в круглое засовывая, да, потом в ахуе. Ну да, так происходит. Так происходит. Но у нас классная тема, классный продакшн, поэтому... Пока что не могу вам ничего рассказывать. Все, окей там все? Не могу ничего рассказывать пока что. Да Котя прилетел, да. Ой. Прости, мой член сильно. Ору, сижу как конь на всю ка. Не, ну в чем я не права? Скажи мне, пожалуйста, в чем я не права? Все верно. Когда девушка падает, тоже плохое падение. Ну, когда вся девушка падает. А тельцы? Что тельцы, КДР? Когда тельцы падают? Даже когда в детстве много футболом, бегом, прочей херней занимался, никогда не любил крипуху. Любил результат от спорта, выносливость, никогда не кайфовал от крипатуры. Прям тебе неприятно, да? Потому что я очень люблю ощущение крипатуры, во-первых, потому что оно само по себе для меня приятно, мне нравится вот этот уровень боли. Во-вторых, потому что... Блять, а можно ты запустишься? Во-вторых, потому что это как напоминание, это как такое, знаешь, не напоминание, а крепатура. КДР, крепатура. Ты понимаешь, что у тебя живое тело, что ты совсем еще не превратился в кашку-какашку. Я сейчас плачу, чтобы тренироваться, и не хожу. Тебе просто нравится тратить деньги в никуда, да, Квакодер? А ты за зал платишь или за что? Куда ты? Куда ты платишь, чтобы не ходить? О, я смотрю, Лекс пошел тестировать. Может, мы тоже свичнемся просто, посмотрим, что в игре там есть. Ой. Смотрите, как мой модер опаздывает, видали? Удивительно. Каждый раз удивляюсь, когда Black Dragon не один из первых, кто прибегает на стрим. Тебе тяжелее ходить, двигаться. Да, оно привыкнет. Оно на самом деле привыкнешь за пару недель Блять, заебали со своим тестированием. Нахуй ты, вот нахуй, КДР. Нахуй ты сказал про тестирование. Нахуй ты, блять, мне напомнил, где я работаю. Я теперь буду это помнить. Господи, животное. Короче, привыкну к нагрузкам пару недель. Все нормально будет. Полностью не уходит. Лекс там уже... Я поняла. Интересно, слово крипатура — это наша детская фраза, или почему меня только свои понимают? Я ее слышала только в Одессе. Ну, слово крипатура я впервые услышала только в Одессе. Челики приходили в зал, красивые девушки заставляли доп. Занятия брать, и не брали ни хай. Так это главное, что они денег дали, все, а там уже хуй с ним. Да, я вспомнила, где работаю, КДР, спасибо. За жизнь трансформировался сильно пару раз. Сначала сбросил вес со 100 до 90, потом набрал в качалке 120, забил, схуднул 120 снова, но мышц маловато. Сколько у тебя котов? У меня 2 кошки и 4 крысы. 2 кошки и 4 крысы. Вот. Такие дела. Так, теперь вот это правильная игра. 2 крысы. Не, в чате пока 1 крыса. Здорово, Уба, привет. Я фитнес-студию, подписку плачу довольно дорогую, но то я себе спину свернул, то ковид, из-за ковид закрыли временно, то времени нет. Поняла тебя. Отмазки, как говорит один мой коллега. Оправдание. Понимаешь, оправдание. Крепатура тут с тобой. 6, да, кстати, 6. Опа, выхожу из душа, а то прикинь. Black Dragon. А мы-то порешали, что у меня не 4 крысы, а 6 крыс. Просто мои 4 и КДР с Вардоном. Правда, они у меня не живут. Я не буду согласна, чтобы у меня жили двое мужчин, которые меня не кормят.
Вот если мужчина меня кормит, он со мной живет. Если мужчина меня не кормит, он со мной не живет. Схема очень простая. Схема. Но с легким паром тебя, Black Dragon. А я только говорила, что так всегда удивительно, когда ты не в числе первых на стриме. У меня, кстати, Игорь за 22-й год что-то не применился шрифт к ним. А счет решила, что они кормить не будут. А они не это. Пожелания не высказывали. Поэтому я предполагаю, что у них и планов нет. Они рассчитывают, что я их кормить будут. Будут. Буду. Что я их кормить буду, понимаете? А что ты качаешь? Я не поняла. Почему? Ты же все скачала. Кормить сколько раз в день нужно? Столько, сколько я захочу. Я тебя на пиццу Выезжай, питон, выезжай. Но одного раза не хватит. Надо, ну, регулярно. Регулярность. Я люблю регулярность, знаете. Они просто не говорят много. Ой, ой, это эти-то двое не говорят много. Ой, Тавос, ой. Ой, пожи, пожи. Пожи. Не-не. Ну, я-то не доеду. Но если вдруг приедем всем аулом. Я вам не расскажу, где я живу. Блять, а можно игра начнется или это все? Ты же, блять, качалась, что ты докачиваешь? Что ты, блять, докачиваешь? У тебя скорости нет ноль поточный. У тебя ноль поточный. Что ты качаешь? Что за гимно? Ой, лайно таке. Я могу, в идее, жить с девушкой, которая будет зарабатывать, покупать продукты, а я так и быть, буду кормить ее едой с ложки. А что еще будешь делать? Уба. Договоримся, оба едем. Не-не, никаких маслинок в окодер. Что угодно, только не маслины ебучие и не ананасы на... Почему? А я же тебя скачала, алло. Что происходит? Это вот это Steam поломатый? Это просто жесть какая-то. Ты что-то будешь делать, нет? Или мы с тобой тут чисто это... Ну, на диск что-то распаковывает. А, на диск распаковывает. Ну, распаковывай, хуй с тобой. Это грустно или весело? Это? Ну, на диск распаковывает, да-да-да. Это увидела. Печально. Увидела, спасибо. Спасибо, Тавос. Да дай покачать. Приедем в Одессу на звуки. Вы это, в сторону моря придете просто. Только оливки. Так, блядь, ракушка. Так, блядь. Ракушка. Алло. Куда такое? Бля, хочу в Overwatch играть. Запретите мне потом... Игорь тонет, да. Запретите мне потом это... Стримить после тренировок, пожалуйста. Потому что я сейчас, конечно, на размазах. На размазанных размазах, если честно, я прям, уф, уплыла. Может, ты там у моря? Да тут вся Одесса у моря, Кадайр. Тут вся Одесса у моря. Тут где не живи, ты около моря живешь, алло. Ты, надо сильно постараться, чтобы... Чтобы... Видели, какая у меня водичка сегодня была? Get out of my swamp. Будем играть. Будем. Че, да распакуется. В рот желательно. Кто знает твои предпочтения. Не, мы можем, конечно, поэкспериментировать, ракушка. Я-то человек открытый ко всякому. Но мне кажется... Давай так. То, что делаю я, то делаешь и ты. Как тебе такой варик? Ну, типа, знаешь, чтобы никому обидно не было. Чтобы никому обидно не было. Че думаешь? Мама часто рассказывала, как на практику в Одессу ездила. И чё как? Кит, да. Кочка у меня тут очень-очень милая. Очень милая и суперочаровательная кишка. Есть такое. Сегодня там, кстати, вышла вон та...